Вы там еще не лопаетесь от печенья съеденного, а? Да нет! Да нет. Сколько можно? Вы там уже столько его слопали, это жесть. И я что? Сижу... Я могу вечность так кушать. Ребята, привет! О, привет, привет, Нубик. О, привет. Они сейчас там лопнут от печенья, слышишь? Ну, пусть лопнутся от печенья. Вы видели, что там у камераменов на базе? Нет, мы же здесь сидим. Что там у них? А, пойдемте посмотрим. Че? Ну, пойдем. А что, оттуда так, давай, давай. Что? А, чего? Нет, не только что оттуда. Где они там находятся, блин, у меня уже из головы улетело. Ну, да камерамены там, в да, этой пойдем. Пирамиде. Давайте на машину. Пойдем, пойдем. На машине. На машине? Ну поехали. Стой, стой, стой. Обязательно подпишись на канал и поставь лайк. А если напишешь комментарий, то получишь сердечко под ним. Ну поехали, давайте. Да. Так будет прыгаем, быстрее. Прыгаем, давай за руль. А что там такое-то, а? Да стой ты. Ты что, да сел он, что? Да, сидит. Все сели. А что там такое, Нубик, зачем? Ну сейчас увидите. Поехали посмотрим. Капец. Ну чё-то, поехали. Что-то интересное или что? Ну да, что-то интересное. Ну там вода разлилась. Да нормально, всё, сейчас проедем. Так, не переживайте. Все, выгружаемся. Опа. Выпрыгиваем. Так, я давай, сейчас... Давай, веди нас. Вот здесь вот пролезу, так, короче, так. Вот сюда. И заходим. Так, давай, а... я за тобой. Так, а, Нубик, рассказывай, чего там такого-то, а? А ну, сейчас увидите сами. Ладно. А куда так. Хоть смотреть? Сейчас, так. Подожди. Здорово, подожди, камерамены. И здорово! Чего здесь? Камерамен пойдем, Титан пойдем, еще до сих пор чинится. Я тебе покажу. Вот, иди сюда, куда? Смотри, что тут у них. Куда смотри? За компьютер. Я уже вижу. Чего себе? Крафт, подождите, вот, это что? Я это... к ним приходил. Это что, Вантуз Мэн, подождите, который в этом... Какой-то супер крутой. В туалете, он там с Титанами дрался, вот этими скипиди туалетными, я видел серию эту. Его потом, вау! Короче, вроде, нет, его себе! Либо взорвали, либо что-то с ним, короче, случилось. Оп, там в конце. Печально. Классно. Вантуз Мэн, типа, походу, взорвали, все жертвуют он собой. Крутой, типа. Ну да, да. Он там очень-очень много всего сделал. Слышите, а что, давайте его скрафтим тогда или что? Ну, давайте. Это ты это хотел показать, Нубик? Да, я это хотел показать. Капец, офигеть. Ну, значит, нам надо смокинг, надо 4 вантуза, туалет, камера и... Что это такое, я не знаю. Я тоже не знаю. Я не знаю. Какая-то... штука. Я думаю, это как-то типа, связано с энергией. Летать, наверное, да. Это какой-то, что-то типа батарейки, но для него. Какой-то там типа маленький реактор или что-то такое. А, да, наверное. Блин, как мы это вообще будем крафтить? А подожди, это что забрать? Это что, только здесь можно скрафтить его или как? Не знаю, получается. Наверное. А ну-ка, надо ладно. Спросить, наверное. Спросить? У них, смотрите, прям крафт есть. Ну да. Да что спра... А, ну кстати, да, там он верстак есть, по-моему. А что, подожди, что спрашивать-то? Нам надо, короче, унитаз, 4 этих, камера, смокинг и вот эту фигулину где-то найти. Может, у ученых ну, да. Будет? Ага. Ладно, погнали, короче, пойдем. Сейчас ну, я ну, знаю, где... Ну, бы унитаз в туалете там брать? Ну, конечно, наведаемся туда в очередной раз. А. Пойдемте, погнали, давайте. Эй, подождите. Что? Чего так? Что? О, это ты? Мы засекли, да, это я. Мы только что засекли НЛО на горе. О. После заброшенной местности. Ничего себе, нормально. Нам нужна ваша помощь, чтобы вы... справились с ним. Ладно, мы поможем же, правильно? Окей, конечно. Ну... Типа... У нас пушки есть в доме. Ну да, точно, у нас же точно. Остались так с прошлого раза. Да, ладно, мы поможем. Мы разберемся. Да, погнали. Разберемся. На горе, это типа эта гора, которая на входе. Он сказал, что-то там возле какой-то заброшенной территории. Наверное, он имел в виду... Это там, где вот то зараженное, помнишь? Да, наверное, там, где никого нету. Да. Ладно, пошли, короче, нам все равно надо домой. Так, здесь мы не слезем. Да, вот сюда. Давай, обратно мы? Сюда идем. Решили искупаться? Решили искупаться. Не да. Холодно вам, да. А? Не, нормально. Зима почти уже как бы. Нормально. Так, сюда. Давай, давай, садимся. Давай. Итак, о. Значит, смотрите, нам надо 4 вантуза. Камера, ага. Смокинг. 4 вантуза. Туалет. Жесть. Короче, я не какая-то знаю, если мы... Какая-то штука там вот эта голубенькая. Если мы украдем с туалета на рынке туалет и 4 вантуза, мне кажется, на нас охоту объявят. Да. Да не, потом разберемся. Ну, да. Так, выгружаемся. Да, пойдемте. Пойдем. Берем, короче, сейчас оружие и ага. Пойдем гасить того туалета, чтобы он тут как бы не наделал бед. Так, где пойдем. Здесь? О, вот здесь. Забирайте ага, каждый автомат давай, себе. Давай, я взял. Так, я тоже. Где мой? Вижу мой. Вот там, забирай, Нубик. Вижу, все, вижу, выходим, взял. Падаем в машинку. А, давайте еще, знаете что, пока чё? Мы здесь... Броню оденем?
Не, брони у нас нету. Мы можем, короче, зайти к этому, к технику вот этому. Он же, помните, собирал камеры нам раньше? О, да, давайте! Может, у него, короче, точно будет этот... Здорово, здорово, житель. Нам нужна камера. Ты сможешь нам как бы чем-то помочь с этим, а? Да, я смогу вам помочь с этим, но только попозже. Попозже? А надо что-то приносить или что-то такое? Нет, вы можете просто купить. Хорошо, тогда мы заглянем к тебе позже. Пойдемте. Да, спасибо, тогда мы попозже придем. Так, смотрите, одну проблему решили. Камера у нас есть. Нужен смокинг, 4 вантуза, туалет и вот эта штука какая-то. Ага. Садимся, короче, в машину. Да, едем. Что-то за штука непонятно. Едем, едем сейчас сюда. Так, куда я сел? Что, я за рулем? Ну, давай, ладно, давай я сяду, потому что ты не знаешь, куда ехать. Так, там были только мы с Нубиком. Опа. Да. Сюда. Поехали. Заходили туда в химкостюмах со всякой защитой, короче, антирадином, счетчиками Гейгера. Там, короче, да, очень опасно. Было, да. Так, выезжаем было вот сюда. С чем-то. И да, давайте вот здесь сейчас будем подниматься наверх. Но мы сейчас территорию в эту заходить не будем, поэтому нам в целом все переживать безопасно. Не стоит. Да. Вот. А если вниз. Если вниз спускаться, то там уже будет действительно опасно. Оп. Оп, так, оп. Так, следите, если увидите НЛО с кипяти туалета этого, сразу говорите, да, потому что я пока никого не вижу. Сразу взять. Ой. Может, он летает где-то, я зарядила оружие. А? Может, он летает где-то, говорю? Видите что-нибудь? Верно, либо улетел, тоже как вариант. Вон он! Вон он! Офигеть! Так. Всем прикрыться! Ладно, давайте со всех сторон зайдем. Нубик, обходи справа, Фиалка, обходи слева, а мы с Тюбиком идем вперед. Хорошо. Давай, погнали. Так, давайте, подходите, подходите. Бежим. Давайте, так, давайте. Так. Гасите его, гасите. Стреляем. На, получай. Получай, скибиди туалет. Капец. Несчастный. Жесть, давайте, не отпускаем так, его. Давай. Отлично, давай. На, получай, да, получай, получай. Жесть, у него... Много здоровья. Так. Да, ну-ка. Да, у него реально много здоровья. Все, мы с ним справились. Да, о! Разлетелось у него. Да ну, смотрите. О, это самая штука, которая нам нужна. Это зарядка. Антигравитационное ядро. Понятно, нет, это, короче... Себе. Блин, это чтобы летать можно было, короче, без джетпаков и а всякого этого. А ты что, ты будешь держать в руках? Ты будешь летать? А я в карман положил. Ну, что-то не летается. Наверное, смотрите, кстати. По-особенному. Смотрите, кстати. Тюбик, мы сейчас тебе покажем, если не видел тут. Вон, смотри, зараженная территория, здесь видно прям. Вообще туда не ногой. Там прям очень опасно, понял? Ничего себе! Да. Вот эти вот фиолетовые облачка, в них вообще лучше не заходить, потому что даже в химзащите будет плохо. Да. Короче, там реально опасно, и грибы светятся ночью. Вот да, эти я вот вижу. Ага. Ладно, как пойдемте. Пойдем. Погнали. Мы, короче, разобрались с этим скибиди-туалетом. Он ничего не сделает больше нам плохого и не навредит нашей деревне. Это самое главное. Дальше я предлагаю, поехали на рынок тогда. Сейчас деньги возьмем, поищем смокинг. Хорошо, только нам надо, наверное, пушки сложить, либо просто... Ну, мы сейчас домой все равно за деньгами пойдем. Да, пушки мы сложим. Только, ребят, съездите без меня, у меня дела еще остались. А чё? Серьезно, что ли? Ну, что вы сами, что ли, там не справитесь на рынке? Ты опять вечно убираешься у себя дома. Нет, дело не в этом. Мне там надо кое-куда сходить. Ну ладно, Нубик, хорошо. Так, садитесь. Ну понятно с тобой. Давай, да что понятно-то сразу, блин, один раз. Да что понятно? А ты... Тебя может подвезти куда-нибудь, а? Да не-не-не, я с домом пойду, не переживай. Ну ладно, хорошо. Так, ну, хорошо. Мы, короче, сейчас, ребята, выкладываем автоматы наши и берем денежки. На рынке без денег делать нечего, поэтому это самое главное, что нам нужно взять с собой. Так, сейчас я автомат выложу. Опа, давайте я сейчас машину пока разверну еще сюда, вот так вот. Опа, только все, машину разверну. Там, Нубик. Хорошо, хорошо, я быстро, давайте, ребят. Давай, Нубик, пока. Капец, я думал, мы все вместе будем туалет грабить. Я тоже так думал. Короче, ладно, не пойдет Нубик и не пойдет, справимся сами. Возьму 500 денег с собой, садимся в машину. 500 денег, ого. Ну да, нормально, ну не знаю. Если что, вернемся. Садись, Фиалка. Давай, прыгай, Фиалка. Подождите, давай, поехали. Все. Погнали. Полетели, сейчас быстро отправляемся на рынок. Итак, смотрите, нам сейчас нужно будет очень внимательно изучить туалет на рынке, потому что... Нас там не любят. Нас там реально просто ненавидят. Я помню. Они постоянно делают улучшенную защиту. Последний раз даже были охранники. Не думаю, что туда будет так легко попасть. Не даже охранники, там лазеры, лава и все. Наверное, уже защита 5-го уровня.
И, кстати, там стоят камеры видеонаблюдения, но стырить мы их, конечно, не сможем. О, чё, кто-то ванную, что ли, забыл загрузить? Капец. Ребята, тут кто-то на ванной, может быть, приехал, она же припаркована. А кресло чё стоит? Кресло на колесиках. Да, ничего себе. Наверное, жители на таком катаются. Чё, это чё такое? Капец. Я такого не видел. Я тоже. Жесть. Ладно, слышите? Не, ванная самая крутая. Вот это самая солидная здесь. Ребенок, так, приехал. Я сейчас, короче, буду кататься. О, это блин, тут моторчик есть, да? Слышите, сюда бензин мотоцикл заливать надо. Ничего себе. Короче, да, нормально. Круто. Короче, я вижу, блин, ну там охранник, блин, он прям сюда смотрит, охранник. Там даже турели с калашами. Странно, что там ваших этих корректировок нету, ваших лиц. Слушайте, а как мы туда попадем? Я не думаю, что подкоп сработает, потому что... Там же лава! А, ну да, точно, там же лава. Ё-моё. Ну, значит, отпадает. Может, тут кто-нибудь смокинг продает? Пошли, вон там вон одежда была. Давай я посмотрим. Помню. И вот здесь. Но я здесь смокинга не вижу, вроде здесь такого нету. Так, да, что-нибудь здесь? Да, там надо что-то где-то в отделе с одеждой. Не, слушайте, здесь, короче, броня продается в основном. Короче, ну прошляп. Да, ничего нема. Ладно, мы можем к швее пойти потом. Да. Да что займемся? У нас... Как мы займемся-то этим? Нам надо подумать, да, как туда попасть. Там он попасть сидит уже, охраняет внутри. Ничего, да, было, смотрите, там столько всего воровать. Там не один. Слышите, смотрите, там сверху есть колючая проволока. Но выше колючей проволоки там платформа деревянная. Можно будет эндерперлу кинуть вот так вот наверх. А как ты прям туда попадешь? А мы смотри, мы вот сюда на крышу сначала попадем, или на это дерево. А оттуда вот так подкинем и все. Ну какой вариант? Да. А где первую возьмем? Да дома есть, погнали. Ой, возвращаемся. Я забыл, что ли? Блин, да ну не нашли, получается, здесь что мы, смокинг? Зато туалет, возможно, возьмем. Так, ладно, садимся. Давай, запрыгивай. Садитесь все, давайте, садитесь. Сели все? Давай, прыгай. Да, да. Так, ну-ка, опа. Вот так разворот и выезжаем. И едем сейчас, значит, сюда. Вот так вот, аккуратненько. Перлы были, короче, о, житель тут ходит еще что-то. Нифига себе. Что он тут делает? Не знаю, смотри. Что, бежит? Он чего? Бежит за нами, тебя подвезти, что ли? Надо? Нет, меня не подвезти. А что ты хочешь тогда? Что ты тут ходишь вообще? Вам вещички нужны? Вещички? Да, не надо, не приставай к нам. Ты что, да подожди, барахлом, ребята, торгуешь, что ли, всяким? А что, может, и торгую. Вам нужно что-нибудь? А что у тебя есть? Деньги вперед. У меня есть одно специальное предложение, которое вас точно заинтересует. В смысле деньги вперед, блин? И сколько ты денег хочешь? Нет, так не работает. 30 хотя бы. 30? Да не, он тебя обдурит. Да 30 не жалко. Если что, да, у меня с собой есть топор. Я ты понял? Здесь, о, да, давай сзади стой, а ты вот тут. Короче, да. Понял. Только сейчас. Не 30 говоришь, да? Сейчас я тебя считаю 30. Так, смотри, ладно, держи 30. Получишь. Так, вот тебе 30 денег. И что у тебя там за вещичка? Так, смотри, без фокусов. Топор на готове. О! Побежал, смотри. Блин, он дал смокинг. Прям дал, который нам надо, что ли? Капец. Ну он подойдет. Блин, даже ножик не пригодился. Ладно, поехали. Чё, блин? Это было супер странно. Садись. Да. Давай, погнали домой. Я думала, ты как обычно там разводняк какой-то. Я тоже так подумал. Да я думаю, развод не про канал. Скидывай. Развод не про канал бы, я говорю. Мы просто окружили его со всех сторон. Ладно, слушайте. Надеюсь, он не сильно испугался, он даже вообще молчал потом. Я немного в шоке, если честно, с этого. Это вообще как такое может быть? Нормально. Так, мы хотели взять эндерперлы. Берем. Да. Сюда берем. Опа. Где? Во, вот здесь. Так, берите, короче, что там, сколько кому. Вот здесь в ящике. Подожди. Давайте. Ну, я 4 возьму. Хотя... Я возьму 8. Про запас, так сказать. Да, нам еще нужно будет выбираться оттуда как-то. Все, давайте, закрывайте, кто там последний идет, дверь. Давай, фиалка. Садимся, открывай разворот. Открывай, все. И погнали. Опа. Да. Я надеюсь, у нас получится, короче, грабануть этот сортир. Потому что если не получится, то, блин, я не знаю, где брать туалет. У нас на этом сортире вся надежда. У нас в деревне нету унитазов. Жители ходят в кусты до сих пор. Но мы не отдадим. 2023 год, короче, на дворе, а они ходят в кусты до сих пор. Даже деревенского туалета нету. Так, паркуемся
и начинаем, значит, воплощать в жизнь наш коварный план. Так, значит, смотрите. Так, оп, так. Показываю один раз. Готовы? А давай. Оп, сюда. Давайте за мной, что вы там? Оп. Чисто перекинул. А-а-а, ребята, ты ребята, где? Ребята. Ты куда, блин? Капец. В яму провалился. Показал. Давай сюда. Сюда, сейчас, закидывай давай, наверх. Давай, подожди. Давай. Да просто вверх кинь навесом, и все. Давай, все, так. Кину. Нормально, ждите попадаешь. Ждите. Опа, все. Так, тихо. Я с вами. Теперь прыгаем вот туда на крышу. Только не промахнитесь, понятно? Оп. Понятно. Так, я лежу. Фиалка, блин. Фиалка. Да. Капец. Ладно, сиди там уже, слышишь? Да. Сиди там возле машины где-то. Так, сейчас мы здесь пролезем. Давай, опа. Енот. Опа. Так, тише, опа. Тише. Опа. Сюда. Так, давай, тихо. Я за тобой. Нормально, мы внутри. Так, отлично. Мне кажется, никого. А. Так, Вантус, сюда. О, забирай. Сюда, Вантус, берем. Так. Туалет надо. Давай, бери вот это. Опа. Все, вылазим так же через верх. Давай. Так. Ой. Сюда. Давай. Кидай. Попал. Подожди. Быстрее, сейчас. Она смотрит, надо быстрее, yes. Давай. Yes. Я кинул. Все, давай ты. Да, так. Все, есть, я наверху. Вот так вот, а я сразу туда наверх. Опа, и закрываю здесь дырку. Так, где я окажусь? Опа. Ха-ха. А я здесь прямо. Давай сюда. Фиалка, так, ты есть. Где? Да я возле машины стою, сколько можно? Капец. Мы стырили. У нас получилось. Так. А вантузы, что давай, там, давай, вантузы? Давай, короче, у нас есть один унитаз и один вантуз. Больше ничего там не было. А где мы возьмем еще три? Да я откуда знаю? Там больше не было. Кажется, в интернете заказывать придется. Давайте, падайте быстрее, пока они не заподозрили ничего. Давай. Блин, Фиалка, ну ты, конечно, надо тебя научить кидать эндерперлы. Чуть не спалились, блин. А что, я нормально кинула, и зато меня никто не вычислил. Да я видел. Слушай, эти туалетные дела. Можно сказать, повезло, что ты в лаву упала. И все. Я тоже первый раз промазал. Так, ну ты хотя бы не спалился, ты в яму сразу улетел, и все. Мы уже практически дома, это очень-очень хорошо. Я был паркуемся сейчас. Чего? Это что такое? Вообще? Так, не подходи, топор есть у меня. Понял? Так, а у меня ничего нет, ты я рукой. Кто такой бить. Вообще? Че надо? Че за день странных жителей? И молчит стоит, а? Ты посмотри на него. Слышишь, давай тут без фокусов. Ты зачем? Да. Че? Я слышал, вам нужны вантузы, да? Откуда ты слышал? Слышал. Ну, ну ладно, нужны, допустим. Один так я вижу вот. На твоей голове. Нет, давай я его собью. Давай, забивай. Блин, не получается. Чё такое? Чё ты хочешь? Хорошо. Где вантузы? На моей голове ты его не возьмешь, а вот по деревне вы их можете найти. В смысле по деревне? У нас нет в деревне вантузов, алё. Он что, просто дал нам информацию. Ты чё, игнорируешь меня? Вантузы и всё? Я топор метать умею. Алё! Давай, дальше, это фигня какая-то. Он просто ушел, смотрите. Капец. Сегодня какой-то... Сегодня день странных жителей, чё за фигня? Согласен! Я вообще ничего не понял, в смысле по деревне можно найти? Он чё, спрятал в деревне где-то вантузы? У них нету туалетов, откуда? А, блин! Ё-моё, чё с машиной? Так, дайте капец. Вылезти. Чуть офигеть. Не вырубались. А, это ты за рулем? Фу, ё-моё! А что такое? А я тут управляю машиной! А, думаю, чё не нажимается? Капец! Я вообще испугался, вот это капец. Да. Ладно, подождите. Ты мысли управляешь. Если в деревне есть вантузы... Ну я не верю в это. Ну в смысле тут есть вантузы? Окей, давайте, допустим, проверим это. Ну, давайте. И чё, будем искать здесь где-то вантузы или чё? Ой, ребят, а чё вы делаете? Слышишь, тут, короче, житель какой-то был с вантузом на голове. Он сказал, что в деревне спрятаны вантузы. Он какой-то очень странный был. Вантузы? Да, в деревне спрятаны вантузы, он сказал. А но в туалете там мы не нашли всех вантузов. Ну, короче, мы грабанули туалет с помощью эндерперлов и сперли унитаз и один вантус. Так, да. Понятно. А еще у жителя какого-то дурного купили, короче, этот смокинг. Костюмчик. Вот. Блин, я тоже по бутикам, мне какой-то житель подбежал и говорит, давай. Что за день такой? Купи какую-то вещь, говорит мне. Я говорю, да не надо мне никакую вещь, у меня денег нет. Он взял, убежал. Ну, что говорю, их много таких. Тотальный прикол. Короче, ладно, вот, слушайте, если в деревне есть еще вантузы, то нам нужно их найти. Нам не хватает 3 вантуза и камеры, и мы сможем создать этого вантузмена в туалете. Понятно? Ага. Так, хорошо. Давайте. Где их можно найти? Подожди-ка. Что? Ты чё? Смотрите! Неужели? Я тебя понял. Я бы прямо заметила. Забирай его, нубик, забирай. Давай.
Собрал? Собрал. Собрал. Да вон у тебя уже где-то там. Да, в руке. Ну, вроде да. Или нет? Где-то... Блин, он ну там, на этом. Где? А, нет, все, я его подобрал. У тебя, я же говорю. Да он упал сюда. Так, а может тут еще на крыше есть что-то, а? Не знаю. Следите. Следите на крыше, смотрите. Это так. Единственный дом с такой крышей. Нет, здесь ничего. Есть что-нибудь? Нет, здесь ничего нет. Наверное, у овечек что-то есть. У овечек? Погнали, овечек. Посмотрим. Давай, сейчас давай. Посмотрим. Так. Нубик, везде проверяй, правильно, ну, бегайте. Нет, у них нету, либо они съели просто. Да в смысле съели? Как можно вантус сожрать было? Ты что, не знаешь их? Да. Как можно быть... О, может быть, вот здесь что-нибудь, в колодце, а? Да, давай посмотрим. Ну-ка. Ага. Ну, я думаю, мы бы увидели. Ничего нет. Я думаю, мы бы увидели. Так, что-то есть. Нубик, нашел что-нибудь, нет? Я на детской площадке, вроде нет. Так, у кузнеца. А ну. Нет, ну, носатый. В библиотеке? В библиотеке? Сейчас посмотрим, мы еще здесь. О, у свиней. А проищите тут это, на огороды. У свиней ничего нету. А я в библиотеку схожу. Так, ладно, мы проверяем огороды сейчас. Ну-ка. Так, огороды. Во! Смотри! В библиотеке пусто! Мы нашли! Один есть! Один есть! Да! О, отлично! Так, подожди, уже все, мне три! Последний! Енот! Надо еще один, да, реально! Дай я тебе сразу отдам, который у меня. Давай, ты где? А вот он ты. Вы видите еще где-нибудь, а? Ну, пока ничего! А может быть, в сундуке? Давайте по приколу откроем! В сундуке? Забираем. Ты что, знала, что он там лежит или что? Откуда я могла знать? Просто смотрю, сундук. Да, он тут лежал. Что за прикол? Короче, у нас теперь не хватает только камеры. Житель, спасибо, если это был твой вантус. Но мы тебе его не вернем. 4 деньги компенсация. Погнали, да, берем сейчас, короче, к этому жителю отправляемся. Опа, где наш тут техник? Здорово, ну что тут? Получилось собрать камеру, а? Да, камеру получилось собрать. Хорошо. Можете ее купить. Давай. 32 деньги и камеры. Пожалуйста, забираем. И все получается? Да, получается. Идем к камераменам? Нам же одна камера нужна. Себе. О, погнали, ну да, одна камера. Так, в машину и поехали. Поехали. Быстренько сюда. Я за рулем. Давай. Ой, я не за рулем. Надо стоять. Все, я короче, Нубик, слышь, а фиалка села за руль, а я тут, короче, педали нажимаю у себя, а машина едет непонятно как. Вот это, понятно. Конечно, вообще был прикол. Да не вообще. Я вообще подумал, что что-то сломалось. Это реально какой-то странный день, я в шоке. Блин, да, мы да. Сейчас сделаем этого вантузмена в туалете, это жесть. Да. Я не знаю. Блин, он очень крутой. Так, фиалка, ты что так плохо ездишь? Давай, ура, быстрее. Да. Давай, плохо езжу. Все деревья снесла. Нормально. Вообще-то только я вовремя не остановилась. Стоп, спасибо. Так, да. Я, короче, буду умнее и сделаю просто. Блин, вот так. Блин, а я опа. Все потратил. А я уже внутри, Здорово. А, первые остались, я забыла. Так, проверяем сейчас крафт. Значит, все я выложил правильно здесь. Да, вроде все выложил правильно, хорошо. Идем теперь вот сюда, на этот верстачок замечательный. И начинаем выкладывать крафт. Поехали, значит, заполняем вантузы. Кладем... камеру, кладем унитаз, смокинг и последнее антигравитационное ядро. Готовы? Да. Раз, два, три. Ох, ну ты, капец, да. получилось. Ничего да, себе. Получилось. Давай, пошли давай, вы наверху давай. Поставим. Давай. Наверх. Давай, пойдем. Быстрее. Давайте где-нибудь, может, вот здесь, а? Опа. Да. О, давай. Жесть. Он настоящий. Офигеть. Дерганый. Может, он этот так балансирует? Он летающий, ребята! Нет! Реально летает, жесть! Летающий да, вантузмен! Смотрите, какой двигатель! Он просто суперский! Ого! Да, это, наверное, да, вот да, это реально. Антигравитационное да, ядро да, здесь да, так да, размещено. Да. Жесть! Вантузы очень есть, он ими может стреляться, наверное. Офигеть! Блин, это очень крутой камерамен. Ё-моё. Ребята, согласен. Если давайте он вам тоже нравится, давайте становитесь. Если он вам тоже нравится, да? Пишите в комментариях об этом и ставьте лайк под этот видос. У нас, короче, получилось его вообще скрафтить. Это полная жесть. Если понравилось, как бы лайк, подписка и колокольчик, чтобы новые серии не пропускать. Не забываем. С вами, как всегда, были мы, профессионал енот, фиалка, нубик и тюбик, а также вот этот вот вантузмен в туалете. На этом все. Всем спасибо, всем пока, друзья! Пока, ребята! Пока-пока! Пока, ребята!